Сотрудники полиции совместно со специалистами администрации ветеринарного управления в районе ЖМТ изъяли у фотографов крокодила и зеленую игуану, занесенных в конвенцию СИТЭС. Рептилии помещены на ответственное хранение в зоопарк до решения суда. Нарушителей ждет штраф за жестокое обращение с животными. А я напоминаю, спонсор выпуска новостей – «Фермерский двор». Новый уровень комфорта для покупателей, огромный ассортимент продуктов питания и отличные цены можно найти в оптово-розничном комплексе на улице Астраханская, 104. Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской, 104.